Давай, русский, выходи. Ходи, ходи. Сажин отдыхал в шуул البلاد. الحكم بالاعدام. За нарушение внутреннего режима заключенных. Господи, хоть бы что-нибудь новенькое придумали. Что ты там говоришь, мразь? Убивать тебя будем сейчас. Шугалей. الحكم بالاعدام. Шугалей приговаривается к расстрелу. А можно не сегодня? А то у меня день рождения. Лейса алеум. Инна ху айдум леди. Айд миладу. Я дайф аль-азиз, анди хдия лик хаса. Он говорит, что у него как раз есть подарок на день рождения для дорогого гостя. Хадам! Основа терроризма – это не резать головы, а погрузить мир в ужас, заставив людей подчиняться. Максим, мой отец оставил огромное наследие. Я дал тебе список активов по всему миру, которые хочет получить Сарадж. Это не только ядерное оружие. Отец сдерживал то, что у него было в руках. Я знаю, твой отец был мудрый человек. Биологические лаборатории, авиакомпании, телекоммуникационные сети, урановые рудники — это же больше, чем оружие. Мы верили, что Ливия станет местом надежды и процветания. Но если наследие моего отца попадет в руки террористов, из Ливии придет апокалипсис. Максим, надеюсь, ваш пазл сложился. Многие в стране погибли за маленькую часть того, что ты узнал. Теперь это твоя ответственность тоже. И ты будешь носить эту бомбу под сердцем. Васально.
Алло. Саммер, что у тебя? Макс, тут люди. Прямо возле нашего дома. Какие еще люди? С автоматами. Они пришли за нами. Саммер, срочно фотографируй все документы, все, что у нас есть, отправляй в Москву. Ты меня понял? Все, я скоро буду. Что-то случилось, друг? Помощь нужна? Работы просто много. Удачи. Мой друг. Охранич? Охраняем, да? Давай, давай. Саммер, здорово. Как настроение? Макс. А если они нас возьмут? Да никто нас не возьмет. Мы же ничего не нарушали. Но они же сказали, мы есть в списках. Че ты сидишь? Давай помогай. Макс, мы не успеем. Все мы успеем. Так, вот это не трогай, это анонимное. Вот эти уничтожай с именами, иначе людей подставим. Давай, 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 что ты смотришь? Макс, я слушаю. Что случилось? В общем, так. Хана нам. За нами приехали. Видео с Каддафи я отослал в офис. Анкеты позже дошлю. Какие нахер анкеты?
Бросайте их, уходите оттуда быстро. Да прорвемся, ты же знаешь, что я везучий. Ага. Самер, давай собирай вещи. Ну что ты копаешься? Уходим. Я очки потерял. Да какие очки? Не о том очке думаешь. Давай, пошли. Плохо мне. Пей. Пей. Сейчас мы уходим из дома. Находим, где переночевать. И завтра уже будем в Москве. Ты меня слышишь? Да хватит уже. Все, пойдем. Вы же русского ждете? Я его видел, только что. Он там. Где там? С той стороны к дому подошел. Понял. Русский, скорее всего, в доме. Джонни, мы готовы. Спасибо. Где русские? Давай сюда. За мной. Чего ты стоишь? Прыгай давай! Нет, я высоты боюсь! Давай я поймаю! Второму удалось уйти. Квартал будем прочесывать? Зачем? Не надо. Я русских знаю. А вот и он. Парни, а в чем проблема-то, а? Guys, any problem? Ребят, проблемы? Давайте решим, что вы от нас хотите, и обо всем договоримся. Конечно, договоримся. Забирайте его. Он ваш. Хорошо, понял.
Привет, Наташ. У меня все хорошо. Уже скоро год, как у меня все хорошо. Знаешь, странная штука. Говорят, в тюрьме год за 10 идет. А у меня как-то по-другому. Как будто все это один день. И он не заканчивается. И хочется заснуть и проснуться уже дома. А я здесь. Да я даже спать здесь не могу. Я всегда рад у вас в гостях бывать. Только он редко здесь бывает, все время по своим командировкам. Я вообще не понимаю, Наташа, как ты его терпишь? А? Но я выпить хочу не за это. А вы знаете, как мы с Максом познакомились? Mm-hmm. Сколько нам лет было? Лет по 10, наверное, было. Во, лет по 10. Тебе? Я не буду, я сок бросил. На меня как-то местная гопота напала. У меня шапка была такая меховая. Вот они решили ее снять. А Макс мимо проходил, мы с ним даже еще не знакомы были. Так вот, он впрягся и навалял одному пацану. Ой, понимаете? Да ладно, навалял. Да что, чуть палец не сломал, и нос чуть не разбил. А у этого пацана старший брат был, он весь город держал. Этот, как рыжий? Он? Да, рыжий. Ну, думаю, молодец, Макс, помог, елки-палки, придется теперь из района переезжать. Макс говорит, не переживай, решу, говорит, твою проблему. Бокальчик, да? И пошел черепить, ну, как он это называет. Макс, что я рассказываю? Давай ты сам расскажи. Как дело было? Ну, ты пальцем-то не ты сейчас и сломаешь. Запашки остались. Давай, расскажи. Что рассказывать? Ну, в общем, прихожу я к этому старшему брату. А вот, а сам думаю, ну, если будет убивать, так пускай уж сразу. Звоню в дверь, он открывает, выходит в коридор, говорит... Какая рожа, представляешь, вот такая? Ну подожди, я рассказываю. Что, извини. Вот, смотрит на меня, говорит, тебе что надо, пацан-то, а? Вот. Я ему объясняю, так, мол, и так, на медне, буквально случайно, я навалял вашему младшему брату. Вот, смотрю на него, морда красная, злой, думаю, ну все, хана мне, понимаешь? В это время распахивается дверь. Выглядывает жена и орёт, говорит, Вася, твою мать, ты когда ребенку подгузники поменяешь? У него у самого. Да подожди, я сейчас рассказываю, подожди. Он на нее смотрит, на меня, на нее, говорит, ну что, пацан, ну, молодец, правильно сделал, что сам пришел. К тебе никаких вопросов, все проблемы решены. Так что давайте выпьем за умение Макса стратегически решать проблемы. Спасибо, спасибо, дорогие. Спасибо, спасибо. Берем себя пример. Ну что, Сань, пойдем покурим? О, я тоже пойду покурю. Гриш, потом, потом. Курить вредно. Ну, ладно. Кстати, Гриш, но я и курить бросил. Да. Прочитал эту книгу, как я. Короче, Саня, есть одна тема. Командировка. Куда? Только не говори, что это. В Ливию. Социологический опрос провести. Там вообще-то война. Я знаю. Представляешь, если выгорит? Обещаю, скучно не будет. Вот именно. Если. Сань, послушай. Ты лучший специалист, которого я знаю. И плюс, и это серьезный плюс, ты мой друг. Макс, заканчивай спектакль. Я подумаю. Думай. Не, я, конечно, могу Гришку взять. Он парень молодой. Смелый, хотя безбашенный, не такой, как ты. Макс. Куда ж она спрятала-то ее, а? Вот она. Думай, думай. Думай. Ну? Давай за тебя. С днем рождения. Спасибо.
Макс, ты опять? Накурили-то? Все, какие там гости ждут? А, мы сейчас идем. Я в деле. Я не хочу, чтобы ты ехал туда. Считай, что это моя бабская интуиция. Ну, какая бабская интуиция? Ты же мне не баба. Ты же мне боец. Ладно, потом поговорим. Пошли. Пошли. Макс, я не знаю, что вас там ждет. Информация, которая поступает оттуда, фильтруется западными журналистами и обрабатывается их же политтехнологами. Значит, ты в этой кухне разбираешься, сможешь понять, где правда, а где нам просто на уши льют. В общем, нам нужен качественный анализ ситуации с твоим уникальным опытом эксперта. Ты уже третью сигарету куришь немного? Мне потом 5 часов не курить. Пока прилечу, пока то сё. Не о том ты думаешь, Макс. Не о том. В общем, возможно, вы просто узнаете, что солнце встает на востоке, а заходит на западе, а может быть, вам удастся выяснить что-то более важное. Слушай, ты мне 3-й раз это уже рассказываешь, ну успокойся уже. Просто нервничай. Уверен, что все будет хорошо? Да, все, давай. Что ты арабский выучил? В смысле? Переводчика нашел. Не вижу. Да он сейчас подойдет. Давай, артечку сыграем. А что ты там черепишь-то, а? Пытаюсь осознать, что мы с тобой вляпались. Если бы ты сначала пришел ко мне, посоветовался, а потом принимал решение, я бы тебе сказал, надо искать другой вариант. А, мне иногда кажется, что ты не человек, а ходящая машина Тюринга. Чего ты нервничаешь раньше времени, а? У нас все согласовано. Едем по официальному приглашению, долетим до Стамбула, а там до места. Ну и через пару месяцев назад. Знаешь такую поговорку? Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Что ты не берешь? А мы с ней не разговариваем. Внимание пассажирам! Заканчивается посадка на рейс 4.0. Я так понимаю, у нашего переводчика большие проблемы с пунктуальностью? Да ладно. Вам, чтобы человек был хорош. Проходите. А, вон он бежит. Здравствуйте. Успел. Успел. Здравствуй, Самир.
Ну и где ж ты заблудился? Да не заблудился я. Будильник не сработал. Знакомься, Саша, это наш очень быстрый переводчик. Саммер. Александр. Саммер, скажи водителю, что нам нужно в Рэдисон заехать. А мы что, в Рэдисоне не жить будем? Там бассейн есть, я плавки взял. Ага, аж два бассейна. Даже не мечтай. Нам просто нужно обозначить свое официальное присутствие. Едем в Рэдисон. С кем встреча? С лучшими людьми города. И все-таки, Максим, какова реальная цель вашего исследования? Да просто интересно, как вы тут живете. Это прекрасное желание. Конечно, сейчас у нас есть определенные трудности, но на решение всех задач нужно время. Мы делаем все возможное, чтобы наши люди жили хорошо. Ну да. И даже фамилия этих людей уже известна. Pardon? Что, простите? Never mind. Just a Russian joke. Да так, русская шутка. Уверен, что меня вы поймете. Я так же, как и вы, патриот своей страны. И хочу, чтобы моя страна снова процветала. И, конечно, это мое желание совпадает с желанием нашего народа. И поэтому вы живете в гостинице. Это вопрос нашей безопасности. И мы здесь не живем. Мы здесь работаем. Ну да. Временные трудности. Вы же только что прилетели. Устали с дороги. Не смею вас больше задерживать. Скажите, а с сыном диктатора вы намерены встречаться? Сейфом Каддафи? Ну, если получится, встретимся. Но если вы против, не будем. Наоборот, я совсем не против. И если эта встреча все-таки состоится, я буду только рад. Единственное, если получится, вы же нам расскажете, где именно вы будете встречаться, чтобы вы с ним вежливо пообщались. Максим, за кого вы нас принимаете? Мы его отпустили и сняли все обвинения против него. А он прячется от нас зачем-то. Я не знаю, почему. Верю. Вот тебе не верю, а вам верю. Trust you. Верю. Thank you. Спасибо. Thank you. Вот так складываете пальцы, вот так берете и кушаете. Вам здесь хорошо будет. У меня даже дом хуже. Я тут рядом живу. А здесь мои родители жили. У вас в России, наверное, таких домов нету. А я когда-нибудь тоже в Россию приеду. Посмотрю, как вы там живете. Саммер, а что ты молчишь-то, а? Ты сюда в гости приехал или переводить? Он говорит, что в Россию хочет. Он вообще-то полминуты о чем-то рассказывал. Да он ничего интересного не рассказывает. Это ты сам так решил? Тихо, 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 Сань. Тихо. Саммер, ты лучше его спроси. Как у них насчет выпить, покурить? Джамал. Мои друзья узнать хотят про алкоголь, про сигареты. Сигареты купить можно, а вот алкоголь... Нет.
Очень сложно. Лучше не надо. С сигаретами проблем нет, но с алкоголем могут возникнуть трудности. Ну, традиция. Ну что, будем работать на сухую, да? Салам. Да. В общем, как-то я тогда не думал, что все так затянется. Ладно, не буду тебе настроение портить. Детям привет. Целую, Макс. По скрипту. Ну и, конечно, отправлять это письмо я тебе не буду. Мы с тобой не разговариваем. Делаем все возможное. Наташа, ты в порядке? Я-то в порядке. Вы мне скажите, он жив? Вопрос уже решается на самом высоком уровне. Наташа, все будет хорошо. Меня всегда пугала эта фраза. Как там, кстати, погода в Москве? Да жарковато. Климат, знаете ли, меняется во всем мире. Да, понимаю, здесь тоже неспокойно. Добрый день. Александр Николаевич, мне нужны все подробности по поводу Сугалея. Вы с людьми в Триполи связывались? Ну, здесь всегда все непросто. Триполи, по сути, контролирует 4 группировки. Максима и Самера содержат в частной тюрьме принадлежащие лидеру группировки Рада Кари, а глава ПНС, господин Сарадж, по сути, совсем ничего не решает. Я дико извиняюсь, конечно, что в это вмешиваюсь, Игорь Евгеньевич, но с этими людьми говорить бесполезно. Наших парней надо руками вытаскивать. Это как? Да вот так это. Тут без вариантов. Я не понимаю, что делать с этими русскими. Наши американские друзья нас просто подставили. Нам надо что-то решать. Господин президент, мы не можем их отпустить. Я изучил документы, которые мы нашли у русских.
Они очень опасны. Они могут уничтожить нас, если эта информация где-то всплывет. Весь мир обратится против нас. Это будет смерть для нас. И, кстати, вас это тоже касается, господин президент. А если их просто расстрелять, поднимется такой шум. Я это и без вас прекрасно знаю. Мне только что сообщили, что в Тунис прибыли гости из России. По поводу этих людей. Мы уже перевели русского в отдельную камеру, так, чтобы его никто не видел. А что касается гостей, не стоит волноваться. Я сказал нашим американским друзьям, что русские якобы хотели организовать союз Хафтара и Каддафи. И это скоро будет во всех иностранных газетах. Может, пока отдать им только переводчика? Господин президент. Русские клоуна без фокусника не заберут. Не надо, не надо так переживать. Вы и так сильно устали. Мы сделаем все сами. Не переживайте, господин президент. Все хорошо. Я думаю, 300 тысяч долларов. Если речь идет о русском социологе и его переводчике, за эту сумму можно договориться. Мы готовы заплатить любые деньги. Нет, так нельзя. У нас не будешь торговаться, тебя не будут уважать. Любые деньги. Good. Хорошо? I will try to, but... Я постараюсь, но... Still I will start with... Все-таки я начну с 300 тысяч долларов. Deal. Договорились. Русский! Выходить быстро! Сходить! Нахуй тумак! Раздеваться! Быстрее! Раздеваться! Нахуй брохак! Быстро! Начинайте! Джибельмен! Живей! Ну смотри, уже чистый! Совсем чистый! Достаточно! Выходите! Эльбис. Одеваться! Максим. Максим, я хочу, чтобы ты и твой друг Саммер вернулись в Россию. Честное слово. Вы тут живете в нечеловеческих условиях. Я очень переживаю за тебя. Давай так. Мы сейчас запишем видео, где ты и Саммер скажете, что просите помощи от ваших властей. Попроси, чтобы они официально признали наше правительство единственной властью. Ты же можешь это сделать? Да, конечно. Не вопрос. Я сейчас лично президенту позвоню. У нас же у русских как? Если где-то что-то случается, мы сразу звоним президенту. Опять русская шутка? А ты как думаешь? Look, do you really think that
Неужели ты думаешь, что ваши власти о вас не позаботятся? Насколько я знаю, русские любят свою власть. Ну, а при чем здесь власть? Я родину люблю. Говорит, родину любит. А давай, вырубай свою шарманку. Сейчас все запишем. Давай, давай. Come on. Давай. Уважаемые российские власти, обращается к вам Максим Анатольевич Шугалей и Самир. Как тебя по-батюшке? Ну, в общем, это не важно. Мы сейчас находимся в очень далекой стране. Настроение у нас, прям скажем, херовенькое. Мы тут провели небольшую работу и выяснили, что во главе так называемого правительства национального согласия в Триполи находятся террористы из запрещенной на территории Российской Федерации ИГИЛ, Аль-Каиды и братьев. Но он говорит совсем не то. Останови запись. Зачем ты так делаешь? Умойте его. Пожалуйста, не надо со мной шутить. Давай договоримся. Я сделаю все сам. Просто обратись к своей жене. Попроси ее, чтобы она сказала вашим властям. Мы с ней не разговариваем. Говорит, они не разговаривают. Максим, я уже тебя знаю. Тебе плевать на себя. И если ты не сделаешь, что я тебя прошу, мы убьем твоего друга. Ты разве еще не понял? Ты в моей стране. Здесь мои законы. И если я захочу, я тебя отпущу, а вот его никто никогда не найдет. А тебе потом жить с этим всю жизнь. Включай камеру. Господин Мухаммед, да. Мы не можем их отпустить. Они нарушили наши законы. Насколько я знаю, им до сих пор ничего серьезного не предъявили. Они же просто выполняли свою работу. Кроме того, за них готовы очень хорошо заплатить. Это же русские. Вы понимаете? Понимаю. Можешь забрать его. Нет!
С этого дня будь с русским поаккуратнее. Выньте из него все, что он знает. Но скажи своим, пусть бьют так, чтоб следов не было. И чтобы руки-ноги были целы. Сейчас для нас это очень дорогой товар. Я сам буду решать. Это моя тюрьма, и это мой товар. Нет, дорогой. Когда я тебе скажу, ты их отпустишь. Посмотрим. Если Аллах скажет «отдам», а если нет, ты будешь делать то, что я тебе скажу. Мы за них получим не деньги, а намного больше. Хороший русский. С ним бизнес еще лучше пойдет. За ним будут люди приезжать. Один приехал, миллион заработаем. А когда-нибудь? Правильно. Другой приедет. Еще миллион, а может и больше. У русских денег много, они заплатят. Кафе! Ладно, ладно, все. Хватит с него. Товар испортишь. Наташа, ты не переживай. У меня день тяжелый был. Устал что-то. А так, все хорошо. Вы в багажнике поедете, а я в салоне. Гудам финокат тафтиш ктира. Маай башна абдик. Лакни да сима сотку, сатакун нехаятна. И халласа алейна. Впереди будет несколько блокпостов. С ним спокойно проедем, но если услышат какой-то шум, то все. Атани я. Лау жум индкум, тефтах льгумб. Ракизу маай. Ла татарадди. ولا باش يعذبوكوا ويقتلوكوا وانا معاكم. Если вдруг услышите какой-то шум и откроют багажник, сразу дергайте чеку, иначе голову отрежут. И ему тоже. Саш, забери от греха подальше. Ты еще дернул не вовремя.
عندك فوق. راح فينك؟ تعال. Куда едете? Господи. Наши лайки. К родственникам в гости. А в багажнике что? Гостиницы везем. Проезжайте. Приехали, нас уже ждут. Он очень рад, что мы приехали, и его семья тоже. Все это было ради одной семьи. Родной, мы сюда работать приехали. Да, Самир? Да. Ана устад. أستاذ في علم الأحياء. درست في أوروبا ثم عدت إلى هنا. أردت أن ينمو بلاد. Я же профессор. Профессор биологии. Учился в Европе. Потом вернулся в Ливию. Я хотел, чтобы моя страна развивалась и процветала. لكن الحكومة لا تهتم بالمعرفة ولكنها تهتم بالأسلحة. А сейчас здесь ценят не знания, а оружие. После смерти Каддафи страшные вещи начались. К нам пришли террористы. Они уводят наших детей, заставляют их совершить убийства, чтобы пополнить ряды ополчения Мисураты. У них не остается пути назад. Они становятся изгоями для своего племени. Если мы ничего не изменим, все наши дети станут террористами. Говорит, что за страну сильно переживает. Я, конечно, понимаю, что краткость сестра Талана. Но не до такой же степени. Да он говорит то же самое, что все остальные. Раньше было лучше. Трава зеленее, вода мокрее. А теперь террористы достают. Что? Да я вот думаю, сколько за тебя боевики дадут? И как лучше тебя продать? Целиком или по частям? А что ты ржешь-то? Я могу помочь с переводом, если разрешите. Да ладно. Хорошо. Отец разрешает вам помочь. Ваш переводчик все правильно сказал. У нас жизнь была намного лучше. Правда, трава в пустыне никогда не росла. А в целом, школа для детей была. Дороги хорошие, больницы работали. Страна была хорошая. التقيت بالعديد من الناس لكن الناس لا يعلمون كل شيء. Он знает, что мы встречались с разными людьми, но люди многого не знают. هناك تجربة في بلدي. В его стране идет эксперимент. Он заключается в том, чтобы террористы встроились во власть. حكومة الوفاق
Глава правительства национального согласия – марионетка Аль-Каиды. Он удерживает власть только за счет террористов и военной поддержки из Турции. А глава Госсовета, господин Мишри, выходец из радикального крыла братьев-мусульман. То есть вы хотите сказать, что он тоже террорист? Он умеет улыбаться так, что люди верят ему. Но он самый опасный человек в Ливии. А Сарадж самый богатый. Каждый день в Ливии добывается нефти на 180 миллионов долларов. Как вы думаете, куда деваются эти деньги? Не знаю. Вот эту сумму господин Сарадж каждый год кладет себе в карман. 4 миллиона. 4 миллиона. Миллиард доллар. Миллиарда долларов. И это можно доказать. Римкин, тебе Тарик. Бедуна шаг. Не сомневайтесь. Хада хисаб. Сайд Сарадж. Вот личный счет господина Сараджа. Я могу это сфотографировать? Лакин ламрикиин лаяфхамун из-за аспаха. Американцы не понимают, если люди, которых они поставили у власти в Триполи, официально будут признаны властью и сами начнут покупать оружие. То башни-близнецы им покажутся детским садом. Можем мы с вами обменяться телефонами? К сожалению, нет. Он управляет старейшим банком уже 20 лет. И то, что он рассказал нам, это он рассказал только нам. И еще, если мы его увидим на улице, то мы его не знаем. Да, я понимаю. Большая часть анкет анонимная. Этого следовало ожидать. Люди боятся. Зато анонимные самые честные. Эх, Санька. Ты вообще понимаешь, что мы с тобой сделали, а? Теперь мы единственные специалисты, которые видят объективную картину по Ливии. Вот. Я тебе это и говорил. Ну что, давай за это и выпьем. Я все. Спрячу куда-нибудь от меня подальше, чтобы я не нашел. А вот в тот сундучок можно, ага. Чтоб не нашел? Ага. Вы куда? Сюда нельзя. У меня очень важная информация для Максима. Мархаба. Тахтаж лен мугадара. اكتشفت أن هناك قائمة بالروس. Сэмер, твою мать, хватит спать. Что он говорит?
Вам нужно уезжать. Мой шеф просил передать, что есть список русских, тех, кого арестуют при попытке выезда из страны. Нам домой надо. Самир. Нас, кажется, могут арестовать, если мы попробуем покинуть страну. А есть безопасные варианты, чтобы уехать? Лунака, Сьяр Амин. للمغادرة. يمكنك المحاولة، لكن بعد أيام يمكن أن يغيروا رأيهم ولا ينتظرون مغادرتكم. وبعد ذلك. Можно попробовать, но через пару дней они могут решить, что не стоит ждать, пока мы уедем, и нас арестуют. Значит, у нас еще есть два дня. Знаете, на вашем месте я поступил бы точно так же. Посадил бы вместо себя одного из своих сотрудников, чтобы самому не подставляться. Приходится думать о своей безопасности. Надеюсь, что это все скоро закончится. И ливийская национальная армия выбьет все это мраз из Триполи. Что же им мешает? Все-таки, зачем вы пришли? Активы Каддафи, за которыми охотится Сарадж, это же не только деньги. Это больше, чем деньги. Это государственный доступ к легальным ключевым компаниям по всему миру. Это власть, которая не заменит никакое оружие. Но я не владею всей информацией. А кто же ей может владеть? Только сейф Каддафи. Только у него есть все части пазла. Это будет очень опасно. Я в курсе. Но если бы меня это пугало, я бы вас не искал. Я считаю, надо валить отсюда прямо сейчас. Всем вместе. Угу. Сейчас все дела бросил и побежал. Да пойми ты, Саня, встреча с Каддафи – это и есть наш с тобой джекпот. По-любому нужна еще одна встреча. Ладно, давай сделаем так. Ты поедешь первым, проверишь маршрут, а я останусь здесь и встречусь с Каддафи. М? Не вариант. Я остаюсь. Играем одну партию. Кто выигрывает, тот остается. Лады? А я? А ты вне игры, Самир. Вне игры. Сдвигай.
Макс, дурь какая-то. Ехать надо вместе. Пропусти. Саламу алейкум. Алейкум салам. Ну, как ты хотел? Игра есть игра. Ты так хотел выиграть, что у тебя на лице все твои карты написаны были. Ты просто подумай про пути отхода отсюда. Ой, слушай, не нагнетай вон крышами, уйду и поминай, как звали. Тебе я не сомневаюсь, вот наш друг Саммер. Да и хрен без него. Да шучу, шучу. Ты можешь серьезным быть? Тут скоро будет не до смеха. Макс, живой? Твою мать. Где ж я теперь харчеваться-то буду, а? Если еще хочешь остаться? Будешь в Москве, позвони. На выход. Ты что, опять на расстрел? Или кино снимать будем, а? Я гражданин Российской Федерации. Максим Шугалей. Сейчас нахожусь в Ливии. Со мной все в порядке. Я здоров. Передаю привет своей жене, детям и маме, а также всем друзьям и всем, кто меня помнит. Я вас уверяю, Максим и Саммер содержатся в очень хороших условиях. У вас в Москве номера в отелях хуже. Сомневаюсь. Вы совершенно зря переживаете. И несмотря на то, что их обвиняют в серьезном преступлении, мы готовы их отпустить хоть сегодня. Условия. Ваши власти должны официально признать наше правительство национального согласия единственной властью в Ливии. И еще. Нам нужны поставки оружия. Очень интересно. Вам недостаточно оружия, которое вам поставляет Турция? Нам нужно именно ваше, русское оружие. При всем уважении, ваш режим, скажем так, несколько запятнал себя. Да и вы сами, насколько я знаю, из братьев-мусульман. А эта организация запрещена в России. У вас устаревшие сведения. Я давно уже вышел из этой организации. Только братья бывшими не бывают. Я озвучил вам наши условия. Нам нужно, чтобы мы были вместе. Буду ждать решения ваших властей. Я вас услышал. Спасибо. По-моему, все идет просто прекрасно. Будем ждать, что ответят русские. И что для них окажется важнее, их человек или их принципы. А ты знаешь, в чем вишенка на торте? В чем? В том, что впервые в истории террористы стали официальной властью. И только мы знаем, кто они на самом деле и как этим управлять.
пошел. Пошел. Хорошая книга. Название соответствует. Твои друзья, когда сбегал, много здесь такого оставили. Читай вслух. Громко. Из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга два пассажира. Громче. Так вот. Один из них был невысокого роста, большой черной бородой. А что, похож. Только был хоть и с придурью, но все-таки почетным гражданином. А тут у нас тяжелый случай. Что зажравшийся урод не человек, а животное. Если тебе больно, ты можешь встать на колени. Нахер пошел. Мне не больно. Был он похож на свинью. Хотя... Для свиньи такое сравнение было бы обидно. Мабрук, поступила информация, что террористы захватили двоих русских ученых в Триполи. Их поместили в тюрьму Митига. Наш долг – вытащить их оттуда. Господин маршал, нам не добраться до Митиги без тяжелых боев и больших потерь. Может, нам нанести предварительные авиаудары по основным базам террористов в Триполи? Нет, ни в коем случае. Никакого удара. Это наш город. Это наша земля. Ну тогда русские, которые сидят в тюрьме, наши гости. Мы должны их освободить. Надо выманить террористов из города, чтобы все боевые действия велись за его пределами. Я понял, господин маршал. Я гражданин Российской Федерации. Максим Шугалей. Сейчас нахожусь в Ливии. Со мной все в порядке. Я здоров. Передаю привет своей жене, детям и маме, а также всем друзьям и всем, кто меня помнит. Максу предъявили обвинение во вмешательстве в выборы. Бред какой-то. У них там нет никакой конституции.
Ближайшие выборы даже не предвидятся. Эти сволочи просто играют в свои политические игры. Нам уже написали из Турции. Они предлагают, чтобы ты лично обратилась к турецким властям и попросила помощи. Ну, чтобы турецкие власти содействовали освобождению Макса и Самера. Только никакой помощи от них не будет. Потому что сами турки поддерживают правительство национального согласия. Поэтому, как только ты обратишься к посреднику, пойдет длинная цепочка событий, которая приведет к тому, что Турция просто опозорит Россию. Покажет нашу слабость в этом регионе. Это и есть их настоящая цель. А ты будешь просто инструментом в этой игре. Послушайте, вы можете мне просто вернуть мужа? Кстати, Наташа, я ж курить бросил. А еще, представляешь, сегодня книжку дали почитать. На русском. Идиот. Вот теперь тоже думаю, может, это про меня. Приехали к нам шпионить? Он думает, что мы шпионы. Самер, соберись. Скажи, что мы социологи. Приехали по приглашению. Ничего противозаконного не делали. Нахну ласта мужримин. Мы не шпионы. Что у вас есть? Не преступники. Говорят, что не преступники. Стой, на место. Если я кого-то оскорбил, я приношу свои искренние извинения. Давайте спокойно все обсудим. Вы нам скажете, за что вы нас задержали, а мы ответим на все ваши вопросы. Мы очень извиняемся. Мы просто ученые. Ученые. Ну что, договорились? Если она вот не уважает меня. Ешь. Ужина вообще может не быть. Ешь. А иногда макароны дают. Ничего, привыкните. Здесь жить можно. Меня даже раз в неделю на улицу выпускают. Но это надо себя вести хорошо. Что он сказал-то? Говорит, что здесь жить можно. Это правда.
Жить можно. Но недолго. Иди твой, профессор. Hello. Здравствуйте. What's wrong with him? А что с ним? Да диабет у него. Че вы цирк-то устраиваете? Сколько в молчанку играть можно? Хамид, оскорбить нас хочет. Скажите, за что нас задержали? Спрашивает, в чем его обвиняют. Ты же хотел узнать, что происходит в моей стране? Я тебе сам все покажу. Вот. Я жену попросил, она мне таблетки передала для вас. Они, правда, от давления, но тоже должны вам помочь. Его жена мне таблетки передала. Чукран. Спасибо. Они обещали смягчить наказание. Извини, это просто бизнес. Не надо было таблетки приносить. За вмешательство в дела моей страны заключенный Шугалей приговаривается к смертной казни. Не могу я больше.
Еще это зверье. Валить отсюда надо, иначе сдохнем. Не получится. Отсюда не видишь. Если только за деньги. Ну? Большой деньги. Ну и чё? Где касса? Куда платить? У меня семья в Турции. Трудно живой. Если им привезти 2 миллиона, за тебя и мой друг, я вам помогу. А, сейчас. Только до камеры добегу. Я там наличные оставил. Хорошо шутишь. Не надо кэш. Скоро будет хорошо охрана. Джурнет. Я с ним договариваюсь. Едешь в Россию оттуда. Приводишь деньги. Интересная схема. А если не приводишь, мои братья найдут тебя. Я в Россию. Сразу понял. Зачем тогда мы в это вписались? А чего? Сидеть ждать неизвестно чего. А так хоть помрем героями. А если повезет, и выберемся. С нами пойдет. Нет. Только русский. Еще 1 миллион сверху за профессора. Да. Вот меня мор. Окей, быстрей. Идем. Где его? Профессор. Вставайте, нам надо уходить. Мне некуда уходить. Зачем? У меня никого не осталось. Сюда, сюда. Свобода!
после всего этого цирка. Нас с Саммером поодиночкам рассадили. Но знаешь, Наташ, даже если бы я знал, что все так и будет, все равно бы поехал. Господин маршал, по поводу русских. Мой информатор в Триполи сообщил, что их могут расстрелять в ближайшие дни. Значит, мы должны идти к Митиге. Господин маршал, вы все-таки предлагаете штурм? Нет. Отправьте небольшую группу. Ахмед, какое из подразделений ближе всех к тюрьме? Группа спецназа, защитники Абу Салим. Значит, они и пойдут. Но помни, чтобы ни один цветок не завел в Триполи, ни одно окно не разбилось. Это очень рискованно. Много наших людей погибнет. Русские всегда относились к нам хорошо. Они наши друзья. Если погибнут наши солдаты, будут плакать их матери. Если погибнет гость в твоем доме, будет плакать Аллах. Тамам. Есть. Ты все сделал, как я сказал? Да, по всему периметру ящики с боеприпасами поставил. Отлично. Теперь у нас здесь самое безопасное место в городе. А русский — это наш живой щит. Зря мы русского тут держим. Почему? Я с ними много раз сталкивался. Они за своим придут обязательно. Кто, русские? Он тут уже год сидит. Эй, русский! Где вы? Атара? Видишь? Нет никого. Знаешь, Наташ, я вот только сейчас понял. Я же тебя не любил. Нет, не в том смысле. Я до этого тебя не любил. И только теперь понял, как же сильно я тебя люблю. Правда, я тебе этого никогда не скажу. Наверное, мы больше не увидимся. Макс! Сколько раз я просила тебя починить эту полку? Все рушится.
Вообще съемочная группа с большим вниманием отнеслась ко всем деталям. Им удалось очень хорошо воспроизвести и атмосферу самого города, и его тревожное состояние, и в том числе характер самих ливийцев, которые, по большей части, весьма добрые и гостеприимные люди. Могу сказать однозначно, те события, которые представлены в этом фильме, они очень четко и отражают то, что было на самом деле. Фактически экспедиция ребят, их работа, их исследования позволила всему миру узнать правду о том, что происходит в Ливии, насколько разнуздано себя ведут вот все эти боевики, насколько терроризм проник в высшие эшелоны триполитанской власти. Во что превратили страну? Расчленили ее на несколько частей и отдали на откуп вот таким бандитам, полевым командирам, погрузили ее в пучину какого-то варварского средневековья с совершенно чудовищными пытками и опытами, экспериментами над людьми. Я Сергей Самойлов, моряк, летом 2016 года в составе экипажа танкера. В нейтральных водах у берегов Ливии я был захвачен так называемой береговой охраной ливийского города Зауя. А по факту это вооруженная группировка на территории Ливии, подконтрольной правительству ПНС-2, и которая ведет борьбу за контроль над нефтебизнесом в этом районе. А через 5 дней нас продали в Триполи группировки Эльрада под руководством шейха Абдаруф Кара. Экипаж поместили в тюрьму Митига. Меня били палками по голове, зажимали ноги в решетку и набивали ступни ног. После такой процедуры я неделю не мог встать на ноги. Простреливают ступни ног. Рубят кисти рук. Самое безобидное наказание – это на несколько часов привязать с поднятыми руками вверх возле решетки. Они посадили меня в тюрьму, в которой были русские. Через неделю приехал министр внутренних дел правительства национального согласия Башага. Мы подумали, что он придет с решением. Но оказалось, что он является лидером группировок, а не министром внутренних дел. Мы думали, что он нас пожалеет, скажет: «Бедные люди». Но он подошел, вот таким образом захватил меня за голову, и я потерял сознание. А потом я понял, что у меня вырезали глаз. Я буду сражаться с этими ополченцами до последней капли своей крови и с помощью Бога. Из прошлогодних газет построю дом под углом с авиационным винтом. Забью большой ржавый гвоздь на то, что ты здесь мой гость. Ты здесь мой гость. Достань гранату, и будет праздник. Достань гранату.